приветствует служба доставки «Пицца Суши Вок». С целью улучшения качества обслуживания ваш разговор может быть записан. Эй, мадам, я здесь. Я слушаю. Добрый вечер. Доставку можно оформить покушать? Здрасте. На какой номер? Ну, который мой номер телефона. Я не вижу ваш номер телефона. Хорошо, запишите тогда. Говорите. Плюс 7, 927. А город у вас какой? Москва. 927, дальше? Да. 1231. 1231? Да. 5427, Богдан. Богдан меня зовут. Нет такого номера у вас. Богдан меня зовут. Сколько вам лет? Мне 18. Угу. Подойдет? Не могу его воспринять. Нет, не подойдет. Подойдет почему, скажите? Давно вонючая, блядь. Выкуси мою какашку, шлюха! Вас приветствует служба доставки «Пицца Суши Вок». С целью улучшения качества обслуживания ваш разговор может быть записан. Здравствуйте. Добрый вечер, Света. Здравствуйте. Можно доставку оформить? Желается. Хочу пиццу. Желаете оформить заказ? Скажите, да. Пожалуйста, сколько вам лет? 18 лет полных. Скажите, да. Какого года рождения? Я какого года рождения? Туда. 2003-го. Угу. Да. А сейчас на данный момент 18? Да, больше уже на 2 года. 20. Угу. Да. Хорошо. Что желаете уточнить? Я хочу пиццы кусочек. Хорошо, пиццу кусочек. Да. Я думаю, что стоит сходить, взять в холодильнике, что-то сделать. Я не имею права принимать заказы, не слишком летних. У меня мама всего спит, доброго, а папы свидания. Нет, алкаш. Я разбудите хочу кушать, маму. Пожалуйста, покорми меня. Сделайте заказ и оплатите интернет-заказ. Я хочу всего доброго. Кушать, блядь. Дрянь. Вот так вот, да? Я понял, блядь. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, тетя Ира. Можно вопрос задать? Минуту, пожалуйста. Кого? Здравствуйте. Ирка-дырка, тру-ля-ля. Ирка-дырка вонючая. Ой-ла. Номер телефона у вас определяется? Пусть звонит еще раз, отправим в полицию. Нет. Ира, здравствуй. Я хочу спросить у вас. Блядь. За что мне так? Ничего не определяется у тебя там, блин. Срака.